частной школе «Интеллект» завершился проект «100 талантов к столетию Эстонской Республики». В честь этого в пятницу в Центре культуры Кохтла-Ярве состоялся праздничный концерт. Ученики школы «Интеллект» показали свои высокие успехи в творчестве, в учебе, в спорте, в искусстве, и за это на празднике получили памятные дипломы и подарки. Здесь были подведены итоги проекта, награждены самые активные участники и номинанты в различных категориях. Праздничное настроение создали ученики школы «Интеллект», танцоры Кохтла Нымме и Дома творчества школьников Кохтла Ярве. На всех произвело большое впечатление выступление народного артиста России Павла Шелла вместе с учениками школы «Интеллект», где они очень эмоционально и доступно показали, как Эстония обрела свою долгожданную независимость. Гостями мероприятия были родители, жители города, мэр города Кохтла-Ярве Людмила Янченко, председатель горуправы Рина Иванова, депутат Риги Когу и почетный гражданин города Валерий Корп. Баженова Раиса, директор частной школы «Интеллект», поблагодарила всех участников и единомышленников проекта «100 талантов к столетию Эстонской Республики» и поздравила Эстонию с юбилеем. Гости, дорогие коллеги, 100 дней до столетия остались позади. 100 талантов. Мы дарили эти таланты наши каждый день, нашей стране. Талант – это как птица с крыльями. Это упорство и трудолюбие. Всегда свое выражение в чем-то. Мы за эти дни получили новый опыт. Мы научились думать как представители бизнеса. Мы смогли заработать сами, с вами все вместе, деньги на призы, на поощрение, на сегодняшнее мероприятие. Это умение останется с нами навсегда. С приветственной речью выступил депутат Риги Когу и почетный гражданин города Валерий Корп. Он назвал проект «100 талантов к столетию» необычным марафоном умений и дарований. И мне хотелось бы вас поздравить именно с этим большим марафоном, который, я понимаю, что сегодня-завтра заканчивается. Вы молодцы!